Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимца Амняма. Итак, давайте-ка включим свет. Амнямушка, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка первым делом пособираем бонусы. Смотрите, сколько их скопилось за ночь. Очень здорово. Итак, в прошлом уровне мы выиграли вот этот замечательный нос. Смотрите, какой забавный клоунский нос. Очень здорово выглядит наш Амнямушка в нем. Очень необычно, очень смешно. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка собираем бонусы. Вы смотрите, сколько звездочек накопилось. Очень хорошо. Отлично. И еще вот здесь. Да, здорово, здорово. Большое количество звездочек. Ну что, Амнямушка, давай-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание. Итак, опять не то. Посмотри на картину. Амням нарисован вместо цифры 3. Может, нужны и третьи часы? Здорово, здорово, третьи часы. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем, посмотрим насчет третьих часов. Почисти Амняму зубы пастой обычная. И позови Амнямок Суперстар. Ну, здорово, друзья. Итак, одни часы у нас есть. Вторые часы у нас есть. А какие же третьи? Давайте-ка посмотрим, друзья. Какие же у нас есть третьи часы? Сейчас мы посмотрим. Так, вот одни часы, вторые часы. Ага, еще есть у нас будильник, друзья. Только где его поставить? Ну, сейчас подберем место. Возможно, где-то... Ну, давайте-ка, что ли, вот эти цветочки одни уберем. А тут поставим вот этот будильник. Так, где же наш будильник? Смотрим, смотрим, смотрим. Так, так, что-то он где-то спрятался. Ага, вот. Вот. Да, получилось, друзья. Немножко давайте-ка звук уберем. Вот так, вот так. Замечательно. Очень хорошо, друзья. Так, соберем бонусы. Итак, получилось ли у нас выполнить условия задания? Так, собрали мы 3 часов. Опять не то. Посмотри на картинку. Амням нарисован вместо цифры 3. Может, нужны и третьи часы. Хм. Так, возможно, и на них нажать нужно. Да, 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 друзья. Вот видите, получилось. Выполнили мы условия и получили 1750 звездочек опыта. Ну что, друзья, а теперь давайте-ка отправим нашего Амнямушку в ванную комнату. Хорошенько его покупаем. Кстати, там не нужно какое-то мыло. Ага, вот паста обычная. Ну, давайте-ка почистим зубной пастой обычной зубки нашему Амнямушке. Вот так. Очень хорошо, очень здорово. Вот, выполнили задание. Вот, соберем награду. И еще давайте-ка вот этой зубной пастой почистим зубки вот так. Отлично. И еще помоем его хорошенько мылом. Вот так, здорово. Трем нашего Амнямушку, чтобы он был абсолютно чистым. Вот, да, друзья. Все здорово получилось. Отлично, друзья. И посмотрим, какое же еще у нас задание. Дай Амняму игрушку барабан. Ну, со временем. Ну что, друзья, теперь пошли-ка покормим нашего Амнямушку. Где-то я видел, у нас был классный тортик. Давайте-ка найдем. Вот этот тортик. Давайте-ка мы его ему дадим. Ну как, вкусно? Ой, как здорово. Ну, а сейчас, друзья, мне хочется пойти с вами в гардероб. Давайте-ка мы снимем вот этот нос. Нос, конечно, классный, но без него, мне кажется, лучше. Так, вот, убираем вот этот красный нос. Давайте-ка мы наденем нашему Амнямушку какую-то классную прическу. Сделаем либо... А ну-ка, давайте-ка наденем вот эти огоньки. И еще выберем вот такую вот забавную шерстку. Вот, в татуировках. Либо... А ну-ка, друзья, давайте-ка я дракон попробую. Вы смотрите, как прикольно смотрится. По-моему, даже дракон лучше. Давайте-ка оставим нашего Амнямушку драконом. Вернемся в игровую комнату и немножко поиграем с нашим любимцем. Так, просили дать ему игрушку барабан. Ну что же, друзья, не будем спорить. Давайте-ка дадим ему... Ой, это что такое? Смотрите, что пауки здесь делают. А ну-ка, Амнямушка, давай-ка разберись с ними. Вот так, какие вредины.
Кто в гудоме хозяин, амнямушка или пауки? Вот, молодец, амнямушка навел порядок. Вот хорошая у него метелочка, сама убирает в доме. И в нашем доме порядок. Ага, вот, друзья, мы здесь две звездочки не собрали. Ой, а почему мы их не можем собрать? Непонятно. А ну-ка. Вот, одну собрали, а вторую не дает. Вы видите, какое вредное растение не хочет отдавать звездочку. Наконец отбили. Вот, замечательно. Хорошо. Итак, давайте-ка дадим нашему любимцу амнямушку барабан. Кстати, у нас два барабана. Вот такой. И еще вот такой барабан. Странно, но тем не менее. Ну, давайте-ка пока дадим вот такой барабан. Вот, здорово. Один барабан. Вот за него почему-то не дали нам. Ага, нет, все-таки, да, второй барабан мы взяли, и тогда вот выполнилось условие. За тот африканский барабан не давали нам награды. Ну, тоже неплохо. Так, собираем бонусы, которые скопили за ночь. Вот так. А сейчас давайте-ка дадим нашему амнямушке вот эту замечательную игрушку скейт. Смотрите, как здорово он на нем катается. Вот так как-то. Ну что я скажу, неплохо, неплохо. Ну извини, амнямушка, мы не хотели нас с тобой смеяться. Просто здорово вот так все получилось. Итак, смотрим еще дальше. Позови амнямок Гамлет 1 раз в день 5 дней. Гамлет 1 это что у нас какой-то... Не знаю, что это. Ну давайте-ка, друзья, посмотрим. Так, Гамлет. Это скорее всего кто ли... Какая-то... Да, картинка. У нас нет такой картинки, нужно ее повесить. Ну, давайте-ка пока вот эту беру. Повесю сюда вот этого гамбита, вот. Вот, держи. Сделали, повесили мы вот эту картинку. Интересно, сработали условия? Да. Вот видите, друзья, сработало задание. Ну что, друзья, теперь давайте-ка мы с нашим амнямушкой еще какую-то игрушку ему достанем. Так, вот, держи, тебе классную игрушку. Сейчас дадим. Вот тебе еще вот этот сундук с сокровищем. Ой, как страшно. А там оказался паук. Ну, не бойся, амнямушка, это была шутка. Вот так, замечательно, друзья. Немножко поиграли с нашим амнямушкой. А теперь посмотрим, какое он состояние. Еще готов поиграть немножко? Да, еще мы можем с ним поиграть. Давайте-ка дадим ему еще какую-то интересную игрушку. Эта игрушка у нас будет дразнилка. Вот, держи дразнилку. Вот такая вот забавная конфетка, которая на самом деле оказалась резиновой. Не понравилась нашему амнямушке. Ну, не сердись, это мы же просто пошутили. Но сейчас, друзья, давайте-ка мы нашего амнямушку покупаем. После игр он совсем пачкается у нас. Ну, ничего, сейчас мы его и разберемся, хорошенько покупаем, помоем. Чтобы опять был чистенький, красивенький. Вот так, замечательно. И зубки тоже не забудем почистить. А то ты хватал всякую гадость, дразнилки вот эти хватал ртом. А теперь, чтобы не было кариеса, чтобы у тебя все было здорово, давайте-ка мы еще нашего амнямушку покормим. Так, ну, держи пока вот эту замечательную конфетку, мы тебе дадим ментоловскую. Очень интересно он на него реагирует. Вот смотрите, вот так. Здорово. Очень она ему нравится. Итак, возвращаемся, друзья, в игровую комнату. Давайте-ка еще пару игрушек дадим нашему амнямушке. Итак, у нас есть сейчас 20 тысяч. Друзья, в принципе, неплохо, но все же денег недостаточно. Хочется еще что-то нашему амнямушке подзаработать. Поэтому давайте-ка дадим нашему амнямушке несколько игрушек, потанцует, а тогда полетим на космическом корабле, еще подзаработаем денежек. Вот, здорово. Вот так попрыгали, подзаработали. Очень хорошо. Кстати, один из пользователей написал, что он в космической ракете доходил до 17 уровня. Ну что, друзья, это, конечно, здорово, рекорд. Ну, а сейчас мы тоже попробуем побить рекорд в этой игре. Но вначале давайте-ка, друзья, потанцуем диско. Итак, наш амнямушка подготовился к полету, надел замечательную шерсть дракона и вот такую вот чудесную гирлянду. Ну, надеюсь, все у нас здорово получится.
Итак, друзья, давайте-ка мы полетим с нашим любимцем. Посмотрим, как же мы сегодня полетим и удастся ли нам побить рекорд. Ну все, друзья, вперед, вперед, полетели, полетели, собираем, собираем монетки. Вот так, хорошо. Вот смотрите, какие чудесные вот такие вот пятиугольные монетки. И мы их собираем, чтобы можно было купить нашему амнямушке всякие интересные вещи. Вот так. Итак, на первом уровне мы собрали 257 монеток. По-моему, довольно-таки неплохой результат. Чем дальше, тем больше монет будем зарабатывать. Итак, вот летим, летим, летим. Собираем, собираем. Вот так, хорошо, чудесно. Осторожненько, амнямушка, чтобы не попасть в аварию и не разбить космический корабль. Будь очень осторожен. Вот так, здорово, здорово. И еще вот так, замечательно. Хорошо, хорошо, летим, летим, собираем, собираем. Вот так, здорово, друзья, отлично. Вот, здорово. Итак, 1000 монет собрано, друзья. И мы переходим на третий уровень. Очень хороший результат, как для начала. Но будем осторожненьки. Будем осторожно лететь с нашим амнямушкой. Будем собирать монетки вот так. Отлично, отлично. Осторожненько, амнямушка. Вот, не попади в аварию. Очень хорошо. Да, 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 вот так. Отлично. Еще вот так. Чудесно, чудесно. Вот, замечательно, замечательно. Очень хорошо. Да, вот так. Здорово, здорово, здорово. Летим, летим, летим. Отлично. Еще вот так. Очень хорошо. Вот, итак, 2235 монет собрано, и мы перешли на четвертый уровень. Так, посмотрим, друзья, как же мы пройдем четвертым. Постараемся без аварий. Но, не знаю, не знаю. Постараемся, постараемся. Итак, итак, осторожненько, осторожненько. Это было опасно. Возле инопланетян и возле астероидов, но ничего. Наш герой справляется, летит, летит. Ай-яй-яй, вот, вот и первая авария, друзья. Конечно, неплохой результат. 3000 монет уже собраны, и мы не летим дальше. Но, тем не менее, давайте-ка, друзья, попробуем сегодня побить рекорд. Итак, переходим на пятый уровень. К сожалению, одна авария у нас уже случилась. Осталось две жизни. Но, тем не менее, аккуратненько летим. Собираем. Ай-яй-яй-яй, как же я так зацепил хвостом. Зацепил хвостом и разбил корабль. Вот так. Как-то неудачно, друзья, получилось. Отлично, собираем, собираем. Вот так, замечательно, очень хорошо. Летим, летим дальше. Осторожненько, осторожненько, амнямушка. Вот так, здорово, здорово. Итак, сверху цепочка монет, собираем ее. Итак, мы перешли на шестой уровень, но, конечно, не тот результат, что я хотел. Ай-яй-яй, и вот. И как-то вот так получилось. Ну, давайте-ка еще раз. Вот так еще. Взял я дополнительную жизнь. Потому что последнюю очень глупо как-то потерял. Надеюсь, что больше так не будем мы с вами делать. Вот, итак, собираем, собираем, друзья. Вот, отлично, очень хорошо. Очень здорово летим. Осторожно, осторожно, амнямушка. Вот так, да-да-да, собирай, собирай монетки. Вот, отлично получилось. Очень здорово, очень хорошо. Ну вот, зацепили. Зацепили хвостом ракеты и разбили нашу ракету. Ну что я скажу, очень хороший результат. 6509 монеток собраны. Ну и на этой чудесной ноте, друзья, мы будем прощаться. Наш амнямушка молодец. Очень здорово сыграл. Заработал, вот видите, сейчас есть у нас 25 тысяч монеток. В следующем уровне мы уже перейдем на 42 уровень. Ну и на этом, друзья, мы прощаемся. А вы смотрите другие приключения амнямушки в плейлистах. В конце будет ссылочка. И не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч.